этот день среди профессиональных праздников всех родов войск самый шумный. День ВДВ большинство десантников отмечают пусть и громко, но порядочно, не нарушая закон без стереотипных купаний в фонтане. Многие на площадь Ленина приходят с семьей. С двумя дочками и женой пришел и Артур Горохов. Призвался он в 2007 году, служил в городе Рощинском Самарской области. С тех пор каждый год 2 августа он здесь. Здесь сослуживцы, товарищи. Для меня это стало не просто праздник, а семейный праздник. Ходим вот так из года в год со своими детьми. В парке, по улицам ходим. Детям очень нравится. Да, Казан? В Альметьевске, по информации организации «Боевое братство», службу в воздушно-десантных войсках прошли более 2000 человек. Сейчас службу несут 12 юношей. Многие из тех, кто попал в ВДВ, горды, что служили именно в этих войсках. Как у нас говорят, не попал — радуйся, попал — гордись. Год своей жизни, так сказал, отдал, служа в войсках воздушно-десантных войск. Испытал трудности. Прошел, выдержал, так сказать. Очень сильно рад, действительно, что именно попал в ВДВ, потому что меня хотели отправить в другие войска. Я сказал, я не пойду. По традиции десантники строятся на площади Ленина и после отправляются на вечный огонь в городском парке. Здесь также ровным строем они по очереди подходят к мемориалу, посвященному Великой Отечественной войне, чтобы возложить цветы. А после автоколонна движется к площади памяти. Здесь десантники почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Альметьевские ветераны-десантники также принимали участие в военных действиях. Это прекрасно. Люди, которые выполнили свой долг перед нашей Родиной, с честью и достоинством. Они тоже были в Афганистане, на Кавказе, в других локальных, в Югославии, в других локальных конфликтах. И не только конфликтах, но и служили нашей России, матушке, в разных точках. Этот день очень важен для любого десантника. Этот день каждый десантник ждет целый год, он к этому дню готовится. То есть для него это большая дата. В этом году десантники отметили 90-летие со дня образования воздушно-десантных войск. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.